Наташей здесь перед эфиром сидели и рассуждали, а какой должна быть куртка на осень, чтобы она отвечала всем нашим требованиям. Она должна быть, наверное, комфортной, согласитесь, это важно, стильной, второе, обязательно. И, конечно, она не должна делать нас, ну, на пару размеров больше, да? Она, грубо говоря, должна делать нашу фигуру идеальной. Мы нашли для вас такую куртку, и это куртка Росси. Вы сейчас первое видите на своих экранах эту куртку. Обратите внимание, вам кажется, что она кожаная? Мне да. За 2499 рублей вы получаете осеннюю куртку, стильную и комфортную в ваш гардероб. И кроме этого, она делает вашу фигуру более стройной. У нас для вас есть 4 цвета на выбор. Первый цвет у нас бежевый. Выбор Арины — изумруд. Мой цвет на сегодня — бордо. И еще у нас есть синий, очень, ну, такой прям классический цвет и в то же время очень сочный. На самом деле куртка, вот мы уже готовимся к осени. Пора задумываться, какую верхнюю одежду мы будем носить в сентябре, в октябре. Что мы будем надевать поверх свитеров, поверх блуз. И вот это куртка на самом деле просто идеально. Мы не зря ее сейчас надели, потому что мы все проверили. Давай поговорим о ткани и расскажем все секреты нашей куртки. Давай обязательно поговорим, а я пока вам еще скажу, что ваша скидка сегодня 1300 рублей. Представляете, сколько вы сегодня экономите? 1300! И выбирайте, между прочим, размеры от 50 до 60. Размер, кстати, подобрать легко, да, Наташа? Размеры подобрать легко. Мы берем куртку размер в размер. По размеру нашего верха. На самом деле, слушай, куртка уникальная чем? Ну, во-первых, у нас имитация кожи. Это раз. А два, у нас имитация кожи. Вот ты знаешь, вот эти вот последние технологии, они не оставляют меня равнодушными. Когда можно получить вид кожи, но при этом обладание, знаешь, вот всеми прелестями трикотажного полотна. Ну, во-первых, наша куртка эластична. Где ты видела кожу, которая будет и эластична? Очень удобно в ней. Наша же куртка просто прекрасно тянется. Это значит, она под нас подстроится, она подарит нам комфорт в течение дня. Она нигде не будет нас тянуть и сковывать движение, как, кстати, очень часто случается с кожаными куртками. Вспомни, такое бывает. Ну и, конечно же, это не просто так, это еще и модно. Ну вот давай подумаем, сколько мы отдадим в магазине за кожаную куртку? 10, 15, 20 тысяч рублей? 10, я думаю, мы не найдем уже, особенно размер от 50 до 60. Ну, я думаю, от 15, 20, 25, ну нет предела, и за 40 можно, конечно, найти, но я думаю, что за 2499 рублей статусную, модную куртку вы не встретите нигде, кроме как на телеканале Shop & Show. Я, кстати, ношу 48 размер и выбираю для себя 50. И считаю, что для верхней одежды, допустим, вот такое допустимо вполне. Можно выбрать размер больше, тем более, если, допустим, вы живете в регионе более теплом, да, и будете допоздна, ну, поздно еще носить, в ноябре, может быть, такие куртки, и пододевать водолазки или свитера под эту куртку. Можно будет себе позволить и на размер больше. 2499 рублей. Абсолютная премьера на телеканале Shop & Show. Куртка Росси выглядит как кожаная, но вы получаете красоту кожаной куртки и статус, но при этом комфорт текстиля. Посмотрите, в этой куртке можно очень легко двигаться. А Наташа, вспомни вот эти моменты, когда мы трясемся над своей кожаной курткой, не дай бог нам ее испачкать, не дай бог нам ее порвать, это же трагедия целая. Совершенно верно. Сразу забегая вперед, расскажу, что нашу куртку мы стираем в стиральной машине. Где это видно для кожаных курток? Просто стиральная машина и деликатный режим. Но вот ты знаешь, что мне больше всего нравится, Арин? Как часто, покупая верхнюю одежду, она нам придает объем, она нам придает несколько размеров. Наша же куртка нас стройнит. Давай начнем объяснять, почему. Первое, у нас рукав реглан. Ну, во-первых, он широкий. Сразу предвосхищая вопрос, расскажу, что подойдет на любую полноту руки, еще и эластичный. А рукав реглан всегда что делает? Рукав реглан всегда делает плечи более изящными, более стройными. То есть размер плеч мы уменьшили благодаря реглану. Дальше у нас прямая совершенно куртка. То есть мы спрятали все, что хотим спрятать в области боков, в области живота. Мы закрыли бедра. То есть бедра у нас закрыты, фигура сбалансирована, фигура уравновешена, без придания ей лишнего объема. При этом сразу хочу сказать, что акценты в куртке также очень грамотно у нас расставлены. Потому что вот эта фактурная выделка сверху,
она у нас балансирует, потому что снизу куртка у нас черная, переходит, то есть у нас бедра сразу становятся еще меньше. Как видишь, вот, знаешь, когда принт тоже вместе с кроем играет роль именно коррекции и моделирования фигуры. Слушай, здорово, представляете, верхняя одежда, но здесь каждая деталь делает вас более стройной. Посмотрите, как дорого смотрится эта фактурная ткань. Потрясающе просто. Мне очень нравится то, что современные дизайнеры придумывают, то, что они делают, как это все выполнено идеально. Посмотрите, хочется прикасаться бесконечно, хочется трогать, потому что, ну вот визуально не отличишь от кожаной абсолютно. Забирайте прямо сейчас, сэкономьте 1300 рублей и станьте первой, кто может себе позволить в новом сезоне приехать куда-то там в свой город, да, допустим, или прийти на линейку к ребенку, да, вот в новом, в такой обновке, очень дорогой и очень статусной. Конечно, Арина, ведь уже время задуматься о том, как нам подарить себе тепло и комфорт в сентябре, в октябре, подходят холода. И нам, конечно, при этом хочется чувствовать себя еще и комфортнее. Но мало того, что эта куртка, она нас защитит вот от осенних холодов, так еще, ну посмотри, настоящая куртка-трансформер. У меня полурастегнутый воротник, соответственно, мы видим, как она выглядит в таком варианте. А Лену мы, на Лене мы воротник застегнули и подняли его. Соответственно, когда такая стойка, но согласись, мало того, что я вообще люблю стойки, они выглядят очень стильно, так еще и дополнительная защита от ветра и от непогоды. То есть куртка... трансформер. А знаешь, как бывает обычно, как только наступает новый сезон, вот прям 1 сентября, магазины поднимают цены невероятно. Сезонные вещи сразу стоят в 2 раза дороже. Вы получаете сегодня уникальную возможность по летней цене забрать премьеру, абсолютную премьеру на нашем телеканале, куртку Росси. Осеннее сезонное предложение до 60 размера. Наташ, как подберем размер для тех, кто только что присоединился, очень важно. Мы, конечно же, еще раз расскажем. Мы выбираем размер в размер, но 48 размер, не уходите от экранов. Вы можете сделать так же, как сделали Лена и Арина, выбрать 50-й. И, например, слушай, ну очень часто мы на теплые свитера, например, надеваем куртку, поэтому как раз на размер больше запас. Если вы планируете с очень толстым свитером носить куртку, можно сделать шаг в сторону большего размера. Бренд Prestige Style представляет абсолютную премьеру на телеканале Shop & Show куртка Росси за 2499 рублей. Звоните и заказывайте прямо сейчас.